поразил лед, потому что дорога наклонена. Ну, примята, короче, все. Я люблю тебя жить. Наклеили. Здесь клюмоватенько, холодно, то есть 4 градуса сейчас. Пойдем в центр зайдем. Не могла не остановиться для вас. Цены тут, конечно, капец. Я даже кошелек не брала, ничего покупать не будем. Ресторан фастфуд неплохой. Привет. Сейчас. Высоту. Пожалуйста, не трогайте. Ну, конечно, каждый так потрогает. Красиво все так оформлено. По зоопарку, да, ходишь? С этим я справлюсь. С этой я тоже договорюсь. Медвежья куница. Здесь кино. Света нету. Что вам еще показать? Подушки я хотела посмотреть. Такие только.
я не хочу. Ну, всякие сувенирчики. 20 евро футболка где-то будет стоить. Брелков куча. Пойдем еще что покажу. Здесь информация про национальный парк всякий. Ветошки уже поскидывали. Туда далековато идти. Вот на это вот кладбище. Можно сбегать. У меня времени просто, ребят, в обрез вообще. Надо, узнаете дату. Я не буду, это будет сейчас опять какая-нибудь политика или еще что-то. Ветер, конечно, адский. И это еще чуть-чуть такой слабенький ветерок. Но... Ну и тут в старых рунах такие надписи. Люди выкладывали, ну, всякие имена, как я вот выкладывала, за это Лина, там еще такое. Вот. Блин, ребят, я одурела. Вам память. Много ходить, очень. Это тоже такая для памяти. Специально приезжают. Интересные здесь очень места. Все, поехали. Сейчас печку включу. Теперь мне только до паркинга доехать. И все. Я не знаю, вам видно или нет. Вон первая морда с рогами. Идет родитель. Это я с утра встала, там такая коса, насыпь. И эти стоят. Я думаю, там же не было этого. Я просто здесь, ну, стояла на паркинге и хорошо изучала так эту местность. Думаю, ну там же их не было.
А потом смотрю, вроде бы двигаются, но мне было не видно. И я сфоткала и увеличила, короче, эту фотографию. Думаю, ну по-разному же стоит, ну двигается. Они идут, идут, идут. Давайте, мои дорогие. Там теленок и этот. Ну сейчас уже здесь уже видно, где мель будет. С косы, в принципе, нормально они плывут. Но маленький пока не отстает. Так, где вы? Камера, настройся. Старше ведет сюда. Веди ко мне ближе. Тут у тебя быстрее отмель начнется. Ну? Ну-ну-ну-ну. Ой, ты красавчик. Маленький идет. Вот уже отмель там, где, ну, светлый вот этот вот песочек. Быстро гребут. Блин, я их напугала. Наверное. Я пошла. Пускай плавают. У меня еще вон снег лежит здесь. О май гад. Все в сульфате. Тут страшно вообще открыть. Я же его подцепила и погнала вообще. На этом. Здесь пусто было. Сейчас он меня снимет. Это пипец. Вообще не мылся этот трейлер.